Скоро откроются женатые драйв и убедиться в ваших словах в том, что Kia Ceed действительно достойный экземпляр. Самая верхняя комплектация, разумеется, имеет максимальный пакет опций. Оснащен автомобиль максимальным двигателем 1.6 129 сил, обычным атмосферным двигателем без турбонаддува. В плане оснастки, в плане комфорта автомобиль имеет штатную аудиосистему с камерой заднего вида, дополнительно с навигационной системой. Также с тачскрин монитором. Разумеется, оснащен климат-контролем. В плане безопасности автомобиль имеет 6 подушек, полный пакет активной безопасности, который включает в себе и курсовую устойчивость, и антипробуксовочную. С 1.4 мотором идет только механика. Кстати, тоже замечу, шестиступенчатая. С 1.6 двигателем идет также механика, шестиступенчатая и автомат. Климатика раздельная? Да, климат-контроль, разумеется, раздельный. Множество всяких функций на руле, что, как говорится, не остается незамеченным. Притом практически то же самое оснащение кнопок, оно идет и в базовой комплектации. То есть это оснащение, это кнопки управления аудиосистемой, это дополнительная функция Bluetooth, круиз-контроль также идет в средних и верхних комплектациях. Фирменная функция FlexSteer добавилась, изменение усилий на руле можно менять комфортное, нормальное, спортивное. Подвеска, кстати, здесь осталась независимая, как на предыдущем сиде. Но что многие отмечают, разумеется, после первого тест-драйва, она стала мягче, более четко прокладывать ямки, и нет такого отбива в кузов, на который могли жаловаться владельцы предыдущих сидов. Мне кажется, имеет очень большое значение конфигурация сида.